Напомним художественный руководитель хора профессор Борис Тараканов. Ну давайте поприветствуем аплодисменты, артисты это любят. Это светлая память народа, наши деды, наши отцы, предвоенные трудные годы, под землей возводили дворцы, и метро не подвластно старению, дарит нам красоту и тепло. Это вечное наше движение, наше лучшее. Это наше спасение среди пробок и прочих невзгод. Это вечное наше движение, вдохновение и точный расчет. И к влюбленным метро благосклонно стало песней моей судьбой. Мы вблизи головной. Все надежда на метро, на автобусе, трамвае, мы порою успеваем, что с дороги повезло.